Ну, интересно, завтра посмотрим. Тут, опять же, понятно, что Амур играет в привычном часовом поясе. Нефтехимик приехал, они живут по московскому времени здесь. А вот тут опасно может быть, и шайба опять не заходит в ворота. Мне показалось, опять столько Маклюшкой спас, да. Ну, вот он там точно делал движение, но надо разбираться, потому что сложно сказать сразу. Но Франц Тохима, конечно, сегодня там все вытаскивает. Так, давайте отсюда взглянем. Сейчас перейдет шайба, вот отскочит. Да, это опять Тохима, это опять он своей клюшкой. Что в воздухе, что со льда. Ну, тут, кстати, не факт, что она попала в ворота, да, кажется? Ну, так еще. Ведь и не скажешь, где сложнее было. Тут ведь тоже было непросто.